Всем привет. Собираясь на рыбалку, на леща, я с собой беру обязательно бойлы. Здесь они у меня разных вкусов. Чтобы не переделывать оснастку на волос во время рыбалки. Сейчас покажу, как я делаю. Я сверлю отверстие здесь вот на 2 миллиметра аккуратно, не повредив пальцы. Бойлы с резинками, они продаются, конечно, там, в виде гантелек. Но таких крупных что-то я не видел. А переделывать оснастку, снасть, особо время надо. Я беру такую резинку, отрезаю сантиметров 5-6. Распушаю конец один. Чтобы появились кончики резинки. Потом можно пинцетом, можно так. Кому как удобно. Сцепил кончик резинки. И вытягиваю. Плавненько, тихонько она выходит. Пошла, все сейчас вылезет. Просовываю отверстие. Завязываю один узел. И второй. Надо приспособиться только первый и второй. Все, затянуть. Кончики я обрезаю. И потом их сдвигаю внутрь бойла. Узелок уходит внутрь бойла. Все, здесь ничего нету. Во время рыбалки на обычную вот бортовушку там или донку просто беру крючок, одел, на эту резинку зацепил, все закинул и сидишь. Все, волосяная оснастка практически не нужна. Закинул, на час хватает этого бойла, он висит хорошо. В прошлом году на бортовушке подловил я, сидел на леща, два сазана по 4,5 килограмма. Ну, за счет того, что у меня бортовушки с безденационной катушкой, леска 0,35, я их уверенно взял. Так что вот рекомендую
Вот разных вкусов я наделал. В коробочку сложил. И взял с собой в лодку. Все отлично сделал. Все, всем спасибо за просмотр. Пока.